Поищи мерзкую палку с щупальцами. Че, мы там будем? Нет? Во-во-во. Сейчас. Так, старый дрон. Она у меня есть уже в коллекции. Давайте. Тихо-тихо, замолчали. РЧ на готовность. Старый дрон. Все, Лита, вы можете просто законы тоже нас хилить. Я и Фейп, Фейп в кресте, я в луне. Все. А, по этому старый дру. Он в третий хил. МП5 просит. Все, РЧ на пол. Так, Гера откатился или нет? А, нет. Ладно, похуй. Все, все готовы, можешь пулять. Все, пусть он центр поставит на Вите. Это будет красивая победа. Все, поехали. Тихо. Блять, я не успел. Полюшку прохил. Не достают хилы, да? Давайте подойду. Мне кажется, ШП еще близко стоит. Фейбл. ШП, можешь и подальше отойти? ШП, короче, подойди к хилам и не парься. Вот реально, у нас 3,5 хила еще ШП же хилит. Сейчас я не знаю, как это будет, если это не захилится, будет вообще годово. Фейб, кот прожми. Прям держите ее, блять, я не успел. Блять, ну на ней даже косноязычие висит. Серьезно, блять, ПВП-шер нахуй. Ты кулак, какой здесь какой скорость. Недоделанный, блять. Да он не кикается, вот эта не хуйня. Не кикается, косты. Не кикается, блядь. Когда откатится Гера... Косноязычие кидает, блять. Откатывается Гера, даете Геру. Прям сразу. 3 минуты до Гера. Да не надо, я думаю, уже. Хотя я думаю, мы успеем. Массакру можешь дать, если прям хуёво. Не надо. Там просто... Вот зря ты дал, конечно. А что, мы 4 хила, что ли? 3,5. Ретрик чисто на подсосе, блядь. А, ну еще и ретрик. Ну, 4,5, можно сказать. А кто четвертый? Ну, ШП, блядь же. Да... Так, блядь. У ШП же есть этот килл. Да нахуй надо, пусть дамажит. Так нет, у него же вот это, блядь, я вот это поеботина тоже хилит. О, прости. У меня кошка, да. Нормально, 8,5 почти. Давай, здесь я раскол на стак охуели. Пирекс, Фейд, через сколько у тебя череда откатится? Крита мало, 45. Какой нахуй крит? Череда! Кого? Блять. Какая череда? Я в мультике. А, ты в мультике? Да. Это, получается, зря тебе истерию кидал? Ну, да, кинь по нему истерию. Если подохнет, то я на него камень кинул. Да, можете на меня кто-то кинуть. Диспель сам себя, что ты? В натуре, как лох. Сейчас после этого босса разолим, что мы так распределим его, то все нормально. Рано или поздно это все в одном хило будет прохиливаться. Там же бирсы нет, правильно? Есть. Сколько? Ну я хуй знает, я просто смотрел, то что есть бирса. Это, наверное, гер смотрел. По-моему, здесь нет бирсы.
Тут берца есть только у гнева. У Молчезара своеобразная берса. Фейп? Что, получается, фейп постоит на синем луче? Не знаю. Нет. На зеленом, скорее всего, он стоит будет. Потом как раз и этот реген ярости будет более чем там. Опа. И хил умер, можете БР. Да какой БР, это шаман. Хотя у нас и так заебись, два хила живые. А, ну сам стоит, да. Еще раз нахуй нокаут. Ну это цепуха, она типа с прыжком увеличивается. Помойка. Слишком много собралось людей. Вообще слабо, да? Все, короче, давайте поднимать шамана. Сейчас будем ролить шмот и дальше пройдем на оперный зал. Эй, блин, нахуй я расколпожил. Бобиса. А, все. Сейчас ролим шмот. Ролл. В принципе, пурок сюда. Обмен. Ресните вы шамана, бед. Пирок тебе прям надо? Ну, я так понял, я как мейн танк буду идти, нету? Да. Тогда надо. Так, я себя на себя звезду поставлю. Обмен кидайте. Так, боты. Ну, блять, это вообще... Имба просто, просто имба, блядь. За 500 голды, ребята. На диспел рольте. Ну что, покурить можем, да, 2 минуты? Да, на диспел. Слушай, ну сам Бог велел на диспел, блядь, за один. ШП, подходи. Не, ну хуёво боты оверу. Хуёво. Ну кому шмот там не надо, который был, можете уходить. Ролл. Не, Мак, тебе эти запы, как, блядь, не знаю, нахуй, еноту телевизор, блядь. Здесь запы намного лучше падают. В разы. Тебе дух, ну, не усрался реально, особенно Аркану. Тебе дух не нужен. Блядь, ты же не файр, еб, реально. Че, я подойду? Если бы ты был фаером, я бы типа понял, но не аркан. Бойс литл. Подходи. Ну, ты ж, у тебя основной спек аркан. А у этого основной спек ардру. То есть он еще ардру сюда шел. По сути, мы его брали как ардру со спеком кота. Кольцо. Че там? Какое кольцо? Ну ты глянь. Нет. А чё ты не через райдролл кидаешь? Чё, не, ну кому не надо это? Не, неплохое кольцо, кстати, и полюшка. А зачем? У меня с острова и за репу. Мне не надо. ШП сюда. ШПшник? ШП, ёп. Давай, следующая попробуйте. Я бы себе навыка такую хуйню забрал. Ну, а смотри у меня, типа, у меня вон какие кольца. Да я видел тебя островной, у меня просто с острова нихуя. Топ. Это маг, ёпта. Хуя нету еще навыка. А нахуй мне маг кидает трейд. Он не может, давай ему отдам. Кому че не может? А, все? Я дал. Я дал ШП. Просто мне Макс сначала кинул. Я чуть ли не отдал ему. Так.
Эту рольте. Кистерок. Ну это только шаман, но если он, блядь, не знаю, себе на какого-то сделать, нахуй. Шама, надо тебе там, не знаю. На диспол, на диспол. Это. Или тебе надо? На диспол. Не, я бы на. Подожди, я бы на ретрика все взял. Ну давайте, все равно. Если ему оно на диспел. Да не, если тебе нужно ретрика, возьми. В принципе, говна хуйня. Ну, овер тоже противный. Так, чё, а что-то еще есть? Ну-ка. В принципе. Ну все, у меня больше ничего нет, и все разрулил. Короче, Польшка, можешь довести до оперного зала? Я этот в туалет отойду. Да. Погнали, ребят. Я АФК, короче, Польшка, веди их до оперного зала, я подскочу через минуты три. Пурикс, походу, АФК. Давайте, я отошел. Все, я тут. Там же еще трэш будет, да? А вот так же, пойдите. Хотите. А че мы куда идем, ребят? На оперу. Опера. Илюха, да что ты лут рассматриваешь? Нихуя там нет. Так это вы пошли, я-то думал там... Так, подожди. Мак, если у тебя перекап меткости, ты хочешь забрать все эти запы, так у тебя запы без меткости. Ну, ты их поменяешь все равно, а для друида они как бы очень хорошие. Ты их поменяешь на следующем КД. Бля, ты в испытание креста на 100 ходишь? Ай, креста на 100. Лучше всю пулю. Да, ну оно спиркс есть? А, ну все, ебаш. Я тут. Бля, ебать, что это такое оно? Они замораживают, прохил посильнее спиркса, здесь они больно. Пиздец. Точечно надо, блять. Беги нахуй, я пока еще. Я тут? Че, Польшка, ебать, ты вайпнул рейд. Ну я вайпнул рейд, или тут немножко не знаю. Что на рефлекс? Иди нахуй, блядь. А, не рефлекс, не грипнули, да, просто мне? Так, вот сейчас самое интересное босс будет. Посмотрим, что будет. А, вы этих мучите? Литл, разгибай что? Я стараюсь тебя огро снимать, заебал уже. Кстати, старый рыдро, можешь кота спекнуться, если ты тут. Который годлик? Нет, какой, блядь. Когда РТ там будет? Понедельник? Да, понедельник. Так, ребят, сейчас притормозили друида с туманами. Это ульда, да, 25? Угу. Так, пока группу вот поставил. Если можете, вот дать. На шкаф тыкните. Чапурыс, как тебе, горожан?
Народ, а где квест вообще делать? Интересно. Мы до него не дошли еще. Квест в библиотеке после смотрителя. Интересно. Ну просто колебания тайной магии и неустанный труд. Блять, а поиском ушел. Ладно, на танк там. Блять, вы можете крикнуть, я не понимаю. Литву ушел. Ты же... Блять, я его не беру. Не, ну если Литва тебе, конечно, отдаст, ну, я не знаю, как. Крикните, блин, 9 человек просто бесполезных бегают. Я не понимаю, ну в чем проблема? Меня это всегда калило, блять. 9 бегают, и один стоит. Где вот эта тварь, блядь? Нет, ты. Че он там не принимается, ну? А ты поезда призывай. Все разбились, подожди. Не, тут не, я тебе суманул, Ром. Да он не в DC, он сказал, блядь, под фонг там играет, блядь. Он сказал, мне вот пишет, типа фонг подключил и хуярит. Вроде только одного мова или нет? А что, вы сегодня до последнего идете? Угу. Ой, долго это будет. Мы не сдаемся. У нас тут бойсы, ебать. А верю. ММАшники. Духом сильнее. Блять, я шаттл сбил, сорян. Че, блять? А че за гильдия последний легион? Лупагер. А че? Они первое место по каражану держат. Да блять, там можно было уже. Они, наверное, я все пропустили, кроме. Там же пропускать можно. Это все пиздоболие. Где вы это смотрите, блядь? Все эти места, блядь. Это все пиздоболие. Там нихуя не работает. Мы на втором месте. Там кривой вот этот рейтинг. Там нихуя она... не работает. Там от балды пишет, от рандома она. Кисти или за? Не, не от рандома. Типа, по времени все, все правильно. А, блядь, очки какие-то там нахуй кидают. Защиты, что-то непонятно. Там даже было, типы в первый день закрыли ИК, а админы выписывают ночью, типа, вот, этот контент быстро осваивается, ИК, типа, еще не закрыт. 3 из 3, да. Ой, 3 из 5. Да они ебанулись, блин. Короче, просто не обращайте внимания, все. А ИК до сих пор, кстати, не обновили. Как было 3 из 5, так и есть. Блять, как долго тут трэш месяца в этих ебучем инсте. Он что, отхилился, кстати? А, он явно, кстати, ямка Б. Тут где? Вроде по стенке идти надо, как я помню, чтобы тех не загреть. Да, пошли, да. Ебать, так, поехали. Так, кидаем Вейн полюшки. Поехали. Сколько у меня там, 6 чарджей? 5, брат. У Юнкна босса 6. А что, ночная погибель есть, блядь, в данже? Не, нету. Садосать точно ебанутый? А, тут этот, сейчас... Тут будут мобы, они, короче, будут луч. Короче, будет луч. В луче не стойте. Сейчас скоро тут мобы вроде должны быть такие. Луч не они выпускают, просто столб света такой. Да. Короче, в этом луче нахуй не стойте, он... Почти ваншотит. Тут показывают, что типа наш статик этих... Роза, убили, погибель. Чё за хуйня, блядь? Да забей, не смотри, просто... И Кубов погибель убил. Кубов, блядь, кстати, не Роза. Может, она там просто по приколу стоит? А хуйня, блядь, какая-то. Стоп, а как возможно, там же нельзя за один день тебе закрыть? Можно. И ты тут парашу, может, кто-то диспелить? Может, а он... погибель, блядь, нет, там типа говорят, что в чём, герки, да, выполняется квест, а нет? Мобов вообще напуливают? Да. А, ты ханта видишь? Ну, рога есть. Выйдите, суча.
Ой, блядь, нихуя как меня въебало. По 16 тысяч. Быстрее эту хуйню заливаем. В соло таргет. Сон. Чё так много спулили? Чтобы 10 часов тут, блядь, не сидеть. Честно, хотя посмотрим, там по ситуации надо будет ролить. Чисто не все помню, но посмотрим, какая сказка. Да, я после оперы, в принципе, все помню. Так, что? Так сказка меняется от недели, нет? Не, там, блядь, как... Она рандомно просто выбирает. Это всегда рандомно? Из трех сказок, да, рандомно выбирает. Но у нас и у Розы было Оз. Туманить-то много. Кого? Много. Он написал, что его засумонили. Я думал, сказка каждую неделю меняется. Не-не-не-не. Чё, сумонить, вот они тела лежат, сейчас резнят. А сколько сказок? Три? Да. Про Мео Джульетта, Страна Оз, а ещё какая? И Красная Шапочка, Страна Оз. И Ромео и Джульетта. Ну сейчас там Красная Шапочка уебёт, блядь. Будете плакать. Да а чё там, ёпта, от волка бегаешь, нахуй очень сложно. В гнома тебя, бля, превращают в красный шапки. Бля, это сложно. И через деревья, хуякс, хуякс. Это, блядь, сложнее, чем просто уворачиваться от торнадо в стране Оз. Идём. Чё, полетели? Сука, Илюха, хоть бы тебя, блядь, перманентом, нахуй, в гноме держал. Всё, смотрите, всё. Иногда на ману хилов смотрите, уж маны мало, и я присел, блядь. Сегодня все больше это не пульте. Блять, 800 тысяч хп. Илюха, ты тут? Он тебя замутил, он разговаривает. И... Он себя замутил. Звуча вылетит, будете. Ой, блядь, там еще двое, сука. Поезд, а что за топ ДПС, ты шо? Че? Бешеный, че шо? Мне просто моб бил, у меня рака бесконечно было практически. Хорош. Я, короче, стану присумоньте, мне надо починиться. Шкаф стоит. Сейчас, у меня, короче, у меня есть триня, вот это, помнишь, которую мы выбили с ИК? С ИКар и ИКа? Да. Я как вот, она? Я что-то смысл с том, который... Ну, я понял. Это триня, вот это на триня мне кап мастерства дает. Если я уберу кольцо и штаны там с мастерством, ой. Угу. То есть просто на триня мне кап 18 дает. И 2000 апов. Ну, я же говорю, там 2000 апов, они ебанутые. Ну это чисто бурстовая триня, по 2 минуты. Да похуй. То есть я могу вот свод, если, дай бог, повезет, 24 выбью. Ну и еще сролю. То это. Посмотришь, сколько бурс будет. 5 миллионов ДПС. Нет, ты че? Ну что там, из его 1К получится 1.5К. Присимоньте поезда. Трэш убьем. Кого-кого вагона? Там, кстати, этот суперного зала, то есть там, смотря какая сказка, там вот разные. Вроде бы как так. Не, лут один. Не, ни у кого вроде ничего нет крафта, сука. Там лут разраливали на ретрика, протопала, хэпала, ничего не было. Там на хэпала было. А что там было? Боты сейчас. Вот и поезд, если вам упадет, а где у нас забираю поезд? Себе, я буду смотреть тихо, на тихо. Нее и плакать. Тихо-тихо. Вопрос, мне в ретрика или в протика? Смотря, что там будет.
Сумоньте этого шамана. И поздно. Вот смотри, я на стул сел. Лучше бы на бутылку. Не, я по таким делам не занимаюсь. На стуле просто была бутылка, да. Он ее не заметил. У нас мужчина, у нас нет баб. Летала любовь, каску по роде. Секунду. Я с тобой прыгаю. Илюха. Илю. Друид. Чего? Этот, у тебя лутмастер сировский? Я без лутмастера играю. А вот то у тебя не лутмастер, типа возле карты. Где? Там, где у тебя иконка мини-карты. Самая верхняя иконка у тебя чего? Вот это. Нет, что? Рядом. Помчали? Да. Дайте баф. Ну, он лутмастер. Так, не запускай. Заходите, а то, блядь, не это. Закроется дверь, блядь. А, то тут сирусовский. Литл, каску дай. Не, это не сирусовский. В смысле? Ну, короче, есть именно сирусовский, там написано этот Атлас Лут Сирус. Литл, каску. Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта, да. Литл, каску, ёбан. О, ебать, вам повезло, но. Че делать? Сейчас флакон Рамло упадет по-любому, нахуй. Короче, бьем одну, бьем сначала бабу, потом бьем пацана и одновременно их заливаем. Против или ретро? В ретре. А, нет. Слышь, против. Ну, окей. Тут вроде их одинаково, да, залить надо? Угу. Ну все, ебать. Не, сначала один в иммуне будет, бьем одну. Убиваем. Потом она резается снова в иммун. Или там пол хп надо снять. Вот и не понял. Ромео становится без иммуна. Бьем Ромео. Не по одному. Именно заливать надо. Это будет красивая победа. Ой, блядь. Геру. Ой, блядь, зря ты сейчас Геру даешь. Даже потом надо было. Да похуй. Так, а тут спрыгнуть можно вот здесь? Нет, нельзя. И не рекомендуется, брат. Ты не поднимешься, потом если спрыгнешь. А я нахуй не миллионер, чтобы когда рожка подставить, чтобы вас умонить, блядь. Ну отсосёшь еще и поставишь. Блядь, ебать, тебе звук. Ты че со звуком играешь? Ты кому? Не, это аддоны. Бля, аж противно было. Прям по ушам ёбнуло. У меня маны заканчивается. Чё, когда этот выйдет, блядь? Ну, сейчас... Ну, эту дуру добиваем, сейчас придурок выйдет. Не, присток ты, походу, лагаешь. А чё, она вообще бьёт? Вообще никакого дамага нет. Хотя, да, зря я Егера дал. Вообще не ощутил. Зря. Это я ошибся. Ну ладно, похуй. Так и так убьем. Герл когда вместе, тогда заебись. Все, вот и... Первая пати, кроме старого Дру, бьет Рамула. Второе пати, кроме... А второе пати просто полностью бьет Джульетту. Вместе со стороны. Бля, хавать хочу, надо пельменей сварить, бля. Вот такая же хуйня. Пельмени вредные. Как раз охуенные пельмешки купил. Ага, я тоже. Какие ты пельмешки? Пельмени хуета, жрите хинкали, заебали. Не, хавайте макароны, бля. Ой, блядь, вот макароны, вот чё, макароны вот намного калорийнее, нахуй, чем пельмени ебут. Ничего, блядь, стёрных сортов нет.
Котлетки надо хранить, пюрешки. Пюрешкой, блядь. Я боец UFC, ёпта. Я, блядь, на макаронах худею. Там в Ютубе, короче, песенка есть, там этот, блядь, клип такой, там этот тип, блядь. Ты поторопись, такой этому поет, блядь. Этот Сигель стоит, блядь. Первая пати, кроме старого Дру, бьет Рамула, а все остальные бьют Джульетту. Что за хуйня, блядь? А, это сейчас половина хп у нее будет. Косты можете, кстати, кидать. Может, она вам отсосет. Все, погнали, как говорится, Рамула вышел. Литр, литл забирай. Литр. На пол. Надо финишировать, короче, в одно время их практически. Там, кончить, да? Да, короче... Где бы лишь бы кончить, нахуй. Ну чё там, блядь, этот домосек? Может, они трансгендеры, вот эти ребята? Вот лик бы кончил на лицо Рамула. Так, Джульетту стопорните немножко, не бейте Джульетту. Переключитесь в Рамула сейчас. Блять, не бейте Джульетту и переключитесь в Рамула, нахуй. Это не Джульетта, это Джулиана заебал. Какая хуй разница, блядь? Тёлку, блядь, с тёлки переключились пацана. Блядь, старому дрочь. Похую. Как, блядь, он не в DC даже. Нихуя себе, это что, Times Square? Нихуя себе, чешо, Times Square, чешо. Цешо. Times Square. Вернулись, Джулиану бьем, Рамулу уже дохуя. Кто был на Джулиане, бейте Джулиану. Народ, живите, меня, блядь. Я не въебенный танк, получается. С маной у хилов все нормально? А как, типа, у тебя как, блядь, агроток, я не понимаю. Поезд, хочешь, я тебя расстрою? Че? Меня забанили. Ты даешь столько же ДПС, как и я. Так ты мой гирс видел? Не. В Рамула все свишнулись. В Рамула свишнулись все. У меня тут ни одной шмотки адекватной нет, чтобы дамажить. Че, вся ткань чешу? Ну, сейчас увидишь. Абыша, блядь, не крути, долбоеб. В Рамула, фулл ДПС в Рамула, блядь. Надо этому коту долбоебу сказать, сука. Сука, ХП! Рамула, видишь? Ебать, ты будто на бутылке сидишь, блядь. Выезжай, блядь, на коте. Блядь, чё Джульетту раньше зальёте? А чё, будет вайп будет? Все в Рамула. Не, они отхилятся просто на пул. Все. Ну как, блин, Рамула войдет в берсерк и дадут пизды. Блять. Джульетту спит фич. Ну хороший, да. И так вечность нахуй. Забей да. На Рамула сейчас забить или Рамула ёбнули? А Рамула раньше ёбнули. Рамула ёбнули. Че он резкий? Хорош, ну да. Пиздец. Забили на Джульетту, блять, девку с членом сыграли нахуй реально. Крикните друида, блять. Да, минус кролл. РЛ минус кролл. Сбейте хилку, блин. Хороший, блядь. Чё, пизда. Только у меня залагало? Да, или... А, ебать, облагало. Их одновременно убить надо или кого-то раньше? Блядь. Вот и сбивать как-то. Одновременно. Значится так, ебать. Это может я проебался, конечно. Да это пизда, там кастуют хилку. В пизду сыграли. Джульетту сыграли, ребята, в Джульетту. Фейп, сиди на Джульетте, пояс, сиди на Ромео. В плане касты кикай. Я не всегда это смогу. Yes. Так, все.
Короче, я буду говорить Рамову хп, а ты этой бабы. Лям, в течение 10 секунд вам надо убить. Лям 100. Сколько? Сколько у бабы? У Рамула лям 100, у Джульят 800. По Ромео сыграйте посильнее. Косты, ребята, косты. Там под Джулиани надо играть уже. Да, пожалейте, ребят, сыграли. Хули, люди хп не видят, наверное. Чё, блядь? Все, добили нахуй. Дура эта ебаная. Вот, хорошо, молодцы. Все, быстрее. Этого пидораса. Все, ну. 3-4, ёпта, закончили. ГТ. Ой, бля, лут-то какой. Ебать. Я хуею, вот это ноги нахуй. 3 ски-то, это мне надо. Блять, ебать, помойка. Блять, лучше бы уже какой-нибудь стри не упало. Не повезло, нафартануло. Илюха, Илюх, посмотри, какой шанс у Трини. Идем на смотрителя. Я уже не помню, кстати, как на него пройти. Полюшка, ты помнишь, как на смотрителя? Да, помню. Вон, флакон, флакон раум. Ебать, 30% шанса она не упала. Угу. Давайте сдохнем и сначала пробежим нормально. Потому что трэш весь резнулся. А вам в этот надо, в черный ход. А вы не туда, блядь, побежали, ребят. Так, кстати. Пробили этот трэш и развернулись. Выведите его на арену сюда. Такая мусорная хуйня, ебать. Следующий смотритель, правильно я понимаю? Я думаю, блядь, да, следующий смотритель. Илюха, вам в черный ход. Я знаю, что нам вот туда. Так, умрите нахуй, блядь, идите в черный ход. Че, умирать? Трэш добить-то надо. Че, подойду. Репу фармим все равно. Угу. Сколько там? Половина дружелюбия почти. Черный ход это вот сюда? Черный ход это с инста выходить надо. Тут нихуя тоже какой-то трэш. Кэшбэк на все. И на это. Ну погнали. Ну блять, бежи, снимайте шмотки и убивайтесь нахуй. Че, убиваемся? Ладно, вейпимся. Поехали. Не... Бля, да они обычки, это не элитки даже. Бля, их залить, как нехуй делать. Да все, стоп хил. Сейчас без них. Статик ГГВП, 12-й статик нужен. Сова 220. Какой, блядь, статик? 12? Да. Ебать, они кончат. Да пиздят. Илюха, куда ты бежишь? Может, они выебываются или это реально так? Пиздят. Нахуй, это черный ход, не хочу в него идти. Че, ебать, вы сразу, блядь, там к этому к смотрителю попадаете. Я просто 100 лет здесь не был в каре, но помню тактики. Блять, или в черный ход в натуре. Как, блядь, в библиотеку попасть? Кто помнит? Вы что, обкурились, что ли, блядь? Пиздуйте, чистите, нахуй, тонны трэша. Какие тонны трэша? Вот заходишь в инст. А, погнали вниз, да, хуйню несу. Выходите в инст. Почему вы вниз пошли, блядь? Ты чё, блядь? Потому что через черный можно выйти. Нахуя? Ну, предлагай, давай, ебашь. Так вот, вот здесь вот поднимаешься и просто идешь там, блядь, дверь открываешь и все. Там два моба, блядь, убить. Блядь, я честно не помню, убедите нахуй кто-то. Тоже все. А, блядь, все, вспомнил нахуй, все, я долбоёб, блядь. Там налево надо повернуть.
На второй этаж? Сейчас будем проверять людей на свич с Элли. А вы долго? Подождите, ребят, подождите, куда идти? А вы долго в Каржане? 4 часа уже сидит. На Туле? Нихуя себе долго. Что ли, блядь? Мы 8 только сидим. Час 40. Там надо же было наебать его как-то. Иди, иди вперед. Ну, я просто подумал, что он конченый и вообще хотел выходить со стрима. А так еще ладно, останусь. Смотри. Погнал. Одна ебучая ткань, короче, падает. И... Ой, заебись. Нам тоже одна ткань падала. Пошли они тут по 200 тысяч. Пошли дальше. Да, блять, мне вообще нахуй не тут-то. Блять, вообще. Охуевший инст. Пошли вместе с мобами. Они 200 тысяч всего, они на ходу умрут. Вот дверь. Серега. Ты вчера что-то пил вечером, Серег? Что? Ты вчера что-то пил вечером? Нет. Ты был... Да, нет. Ты про своего хуйсоса друга, бля, я не хочу его больше видеть, бля. А вот эти, вот эту... А что за агрессия, я не понял. Да, бля, ебаное животное вагон мне пишет, что, типа, я с вагонами, бля, типа, камон, бля. От пусорки такого не хочется слышать, если честно. Так он порофлил, ебать. Ну и пошел нахуй с своими рофлами, бля. Чего ты такой агрессивный, ебаный рот? Я, типа, он не друг, чтобы с ним разговаривать так. А ладно, бля. Обидка просто, ну, бывает. Да. Ну я не люблю, типа, кончили. Челика позвал, блядь, короче, помочь. Серега, ебать, ну... прилетел. Ебать, вагон, где ДПС, нахуй? В воде, блядь, не дает ДПС, пидор. Наверное, ты сколько на Деве ДПС дал? На ком? На Деве. Ну, я не помню, по-моему, 8 с чем-то. Слабый. Я 2000, брат. Я вообще в целом слабый. Да, я не умею играть. Я только агрю, меня типа хейтят, а так в целом. Будет. Там погибель. Конь. Сюда надо идти. Да, ты думаешь, она активирована, погибель? Не, она не работает, не работает. Работает? Не работает, не работает. Сказано, Серёг, чтобы убили, погибель. За 6 минут первого ну, это Молчезар, это Молчезар. Показано, что. И Молчезар там тоже есть. Ну, он в списке, ну, если ты его откроешь, там лут с Молчезара, то есть там что-то переколдоебило сайт немного. Блять, а ну вот сколько уебки. Так вы ведите мобов сюда, чё? Хант есть, кстати, в пати? Хант? Да. Нет. Зачем нахуй? Тогда заходите в мемы и смотрите, там тактика есть для убийства дракона. Блять, Серёга. Подъебал. Квоп старался, блядь, 2 часа ночи. Я не знаю, как вы там не успеваете бегать, и мы сижим, блядь, просто... Да нет, это, так, они, по-моему, там с КД что-то сделали, потому что ну, там нереально не хватает времени, мы под аспектом еле успеваем. Что там хватает? Ну ладно, ладно, хорошо. Я тоже как-то убил. Ну вы сейчас, когда придете, расскажете, короче, как вы там бегали. И так я ради этого момента и сижу, жду. Все, давайте, я пошел в Ульдуаре развлекаться с пуками. Давай, удачи. Я развлекаюсь уже в целом. А сколько вы уже сидите в Ульде? 6-го пула убили. Хорош, хорош. Вчера Кубок 10 часов в Наксе сидел. Бля, сегодня вот так собирают, по-моему, до сих пор. Эх, одинокая женщина реально, блядь. Он реально, да, еще сидит? Так он кинул нас, блядь, чё? Пусть сидит нахуй. Ладно, пошел я, спасибо. Давай, Серёг. У нас что там, потерялись люди? Пошла нахуй. Илюх, притворись мертвым, Илюх. А. Он прав, то что тут на 10-летнем контенте сейчас бы не убивать бабосов. Вот я не знаю, вот как они там не успевали бегать. Я на X3, мы просто вот так пешком нахуй их успевали. Без всяких ускорений. Реально. Очень интересно стало. Ну я за вторым статиком следил, они, короче, пришли на этого дракона, вайпнули, сказали в пизду, блять, потом донесут. А сейчас, а че там ткани нормально выполнены? Ну, ноги я, блять, очень хочу забрать. Сильнее ног я только Т4 хочу забрать. И они тебе нихуя не упадут. Посмотри, кстати, посмотри, какой у тебя там проф на Т4. Там оказывается, блять, разный проф нахуй.
У тебя 20%? 20, да. 21. Хуй он тебе упадет, блядь. А у меня сколько? У тебя 29, по-моему. Нет, 23. 23. На шаманов-разбойников 29, самый большой. Смотрим. Я помню, как-то с первого же этот похода в Коржан выбил перчатку и 3 кд не падал голова нахуй. А это обидно. Да у меня, блядь, у меня рос, сука, говнюк, он был в танке, он у меня сролил Волонир из Везекса. Следующее кд я пошел на Лока, 2 Волонира упало. И нахуй Волонирует. А нахуй он нужен тот Волонир вообще? Двумушный, с Везекса. Целый Волонир или Осколок? Ой, блядь, Волонир, блядь. Ну, не Волонир, а двуручка, блядь, бисовая из Везекса. Вот, короче, по левой стороне, право не агри. Чисто по левой бисовая из Везекса. Одного агри, вот это лево. Прям этот, облизывайте стенку. Все разрыва. А, паладинская, что ли? Да, да, да. Понял. Да, блядь, она охуенно. Лучше нее только этот, скажи. С тех сторона. С десятки. Ой, мне нас рейдовать. Короче, со сферы выходите из рейда. Забыл сказать. Там перезагрузка называется. А я тут ренду не могу повесить. Заебись. Только это механизм, блядь. Что-то, блядь, бензин из него выкачивать собрался, крылышко, на. Шестеренки пиздить будет. Ну, пусть хоть бензин, ёпт. Все, здесь аккуратненько не агрите. Так, самое интересное сейчас будет, блядь. Да, по попрыгайте немножко. Тут, короче, сразу немного, просто по чуть-чуть агрейся. Вот. Там по одной пачке? Да. По одной пачке вот толстый моб и маленькие сифончики. И то... Сначала сифончиков, блядь, ебашься. Так, а, точно. Ой, пошел любимым делом своим заниматься, ебашься. Правильно, Полюшка, дамажить не умеешь, так в трэш надамажишь. Вдвоём, блядь. Он теперь прожимает. Я кидаю, блядь, потому что эта тварь бьет очень больно. А что, ты его забанить не можешь? Не, не могу почему-то. Хуёво. А, блядь, это я долбоёб. Я же себе макрос поставил, ебучий. Опа, нахуй. Бейте, ребята, ебать. Красавчик. Как ты сказал, что не можешь забанить, что за хуйня? А я забыл, что я макрос поставил на фокус. Лучше фиряй по КД, лучше побегаем за ним, чем вот этот каст, блядь. Сейчас сдохнем еще. А, не-не-не-не-не, я вспомнил правильно. Я все правильно делал, надо фирять его, потому что он на себя щит вешает. Мудацкий. Вот так хоть этот пидор не кастует. Хуёво то, что клива мало у нас. А, ёпта, забыл. Давай нахуй. Сначала бан можно, а потом хит. Блин, я знаю, что сначала бан делается, блядь, я продупил. Гудлик чуть-чуть забрался в голову, да? Угу. Роман, ты, короче, не веришь, да, на наш рейд? Почему? Не веришь? Верю. А, ты хочешь посмотреть, как мы на гневе... Да, будем? Я хочу посмотреть, как вы будете без ханта бегать. Просто на туре, с аспектом было тяжело пробежать. А стоп, а... Он не верит, потому что он ГП полутал. Слышишь, а сколько секунд... Вот, у вас орел говорит, бегите, и сколько вот секунд есть? Блядь. Секунды 3. Не может быть такого. То, что он сразу так кастует. Ну вот так вот считаешь, типа, раз, два... Короче, 20 секунд там есть. Нихуя там 20 секунд. Ну 10 секунд точно должен. На счет 3 уже все должны стоять. Ну это 20 секунд считаешь, короче, и говоришь 3.
Там раб. Сейчас вам важно, ребята, блять, во время чая вы охуеете. Чем они охуем? Не знаю, кубок. Там охуеть можно, когда в лужах в черных пиздах. Например, не водил его. Кубок не отбегал от этой фигни, он просто. А, бля, или это на последний. Кубок, блядь, 6 страйв потратил. А, МДПС-а там не хватало, потому что. Кто у нас тут происходит? Да, смотри. А, он на синем учил будет. Не знаю, под коршем может быть. А чё, полюш, поставьте, блядь, на синий луч. У нас соу маг. Магу же вроде спектр надо, да, будет на нем. Зачем? А вроде же аркан же не бьет тут. Смотрители. Не, он бьет. Аркан там вообще хуярит. Я на экстрим, у меня есть аркан. Я там, блядь, просто так я не башу первый, когда тут увеличение урона. Сколько там вспышка по 70 тысяч. Просто реально больше. Не-не, то к стенке подошли. 15 мультов. Неплохо. Да, он быстро заливается. Тогда мана кончится, да. Самое главное, мы тоже когда типа пришли такие 15 мультов. Ебать, мы его сейчас колотить будем. Иди отсюда, ты мне нахуй не нужен. И, кстати, будем ДПС смотреть по сферам. То есть минус ролл, если кто не будет бить. Потому что от этого будет рейд падать. Ебать, ты строгий РЛ, пиздец. Как это не строго, это соблюдение тактики. Я уверен, что кто-то не будет бить. А, босса. Я знаю, что не будет. Не, ну хилы нет, но могут хилы попробовать. Вы старого друза тащили сюда? Да, вон он на коте дамажит. Ну, чего, он в дискорде? Он нет. Он должен знать, он, блядь, тоже нет. Пока рожан. Здесь, короче, аккуратно с этой хуйни согрели, чтобы босса не согрели. Ой, а там... Если что, на выход, если босс закрыт. Колонном всем побежали. А, не, еще нормально. Нихуя. 15. Они взрываются. Выходи, сфера. Пиздец, что за хуйня она? Не подходите близко. Угу. Чё, фера сейчас застанет? О! О, сколько? 5000 голды. Так, сейчас, короче.
все стали за колонны. Ну, сейчас добьем этого. Весь рейд, кроме танка, станет за колонны. И приведем вот того элементаля. Весь рейд за колонны. Я приведу. Я могу сейчас спекаться. Я могу сейчас спекаться. Ты в этого, в ДД. Не-не, Пирекс, Пирекс, зайди за этот. Ну, спойлись. Там две бабы вначале, они сагрены на танка нашего ДК. Он не пройдет, здесь же барьер ставится. Я-то на ТП-шке прилечу. Так, встали все куда? Еще минуту надо портал подальше поставить. Нихуя себе, вы шо, мамкины абузеры? За чего бой? Ну, ты агришь. Две бабы внизу. Босс автоматически агрится. Как бы там не сагрить этот пак и не сагрить босса, это, блядь. Ну вот, блядь, вчера танчил ДК, агрил нахуй. Нормально все агрится. Все. Придурок, иди сюда. Да, подождите, вы сейчас все бахнем. Куда вы торопитесь? Лок может бежать начинать. Удачи. Как сбивать? Кстати, а Вова Нира не угонит, да? Даже ОПГ бывает. Говорил, уже бой будет висеть. Короче, РЧ на присутствие. Да, у вас полюшки нет. Блять, я не могу респектиться, я в бою сейчас. Идем сбегаем, там быстро долбапа убьем. Поехали. Да проще сдохнуть нахуй всем, блять, и сначала прибежать. Они тут прям рядом, как спустимся. Какие-то бабы, блядь. Какие еще бабы? Аккуратно этого, это, смотрите, не сильно тут, не согрите. Я не понял, а куда мы это? Ушли? Двух мобов убить, чтобы бой спал. Чего? Двух мобов убить, чтобы бой спал. Пошли погибель бить, короче. Кто-то духа согрел еще. Это и есть баба, наверное. Это дух и есть баба, наверное. Комбат именно с духов этих и висел. А что за баба тут? Не, сейчас рога. Вот она, вот одна стоит. И там чуть дальше вторая. А, вы про призраков. Я-то думал, духи, которые еще в этом стоят. На опере, которые... Они что, по на месте стоят, или как в Mortal Kombat? Двигаются. Вон там еще одна. Так давайте всех тогда почистим сразу. Ну, мы половину инца уже прошли. Так. Раз, два, три, четыре. Сейчас на пятом боссе останется. Раз, два, три, четыре. А, ну да. Потом сейчас просто смотрите, главное, вот этот трэш убить, там все потом уже быстро пойдет. Угу. Ну там перебежки большие достаточно. Мы будем сейчас квесты делать или нет, ребят? Скажите, пожалуйста. Хули их делать там? Смысл его делать? Просто. Если погибели, нет смысла его делать.
Ну там репу за них просто дает. Че, я могу сказать, кто Волонир собрал? Давай. Ребятки из Lucky Punch. Шаманчик там какой-то. А почему шаманом именно сыграет? Скайсонг шаманом, бля, всем. Скайсонг должна была собрать. О, не повезло, не фартануло, бля.